Ситуацию с лесными пожарами в Забайкалье удалось взять под контроль. Сейчас горят 100 тысяч гектаров, но угрозы для населенных пунктов нет. Об этом сообщает в региональном МЧС. К тушению привлечены более 3 тысяч человек и 300 единиц техники. Тайгу заливают с воздуха 4 воздушных судна, в том числе 2 самолета-амфибии Б-200. Напомню, за 3 суток в регионе сгорели 500 домов. 20 тысяч людей лишились имущества полностью или частично. Погибли 4. В Преамурье спасатели смогли отбить населенный пункт. Стихия подошла к нему вплотную. Но с помощью встречного огня пожар был потушен. В регионе зафиксировано около 15 крупных пожаров. Все они к этому утру были локализованы либо потушены. В МЧС не исключает, что все может возобновиться вновь, так как в регионе усилился ветер.